Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Коммуникабельность – это очень важная черта человека. Люди предрасположены к общению друг с другом. И человек, который коммуникабельный, который может общаться, может настраивать отношения, всегда будет в цене, всегда найдет себя в любом обществе. Приветливый, открытый, улыбчивый. Субханаллах. К сожалению, бывают такие люди, которые трудны в общении. Он подобен кодовому замку на банковском сейфе. Субханаллах, чтобы с ним заговорить, чтобы с ним пообщаться, нужно найти какие-то слова, нужно подойти в правильное время, с нужной стороны, что-то там найти. Не дай Бог, ты что-то сделаешь не так, не дай Бог, ты как-то не так к ним обратишься, он обидится, оскорбится, перестанет с тобой общаться. Субханаллах, или бывают другие люди, которые с ним разговариваешь, он постоянно да, постоянно поддакивает, постоянно тебя перебивает. Или, субханаллах, есть люди, которыми общаешься, он постоянно стесняется, постоянно, субханаллах, не знаешь, как ему подойти к нему, чтобы его не обидеть, не оскорбить. Субханаллах, брат, сестра, будьте проще, будьте простыми в общении. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи салям, удивительный человек, однажды к нему подошел человек, и его начало трясти. Субханаллах, от уважения к пророку Мухаммаду, пророк целый, пророк Аллаха. И этот человек сказал: брат мой, я простой человек. Простой человек, мать которого кушала сушеное мясо в Мекке. То есть я не из богатой семьи. Не надо, будь спокойнее, будь проще. Пророк саллиллах постоянно был открыт, постоянно приветлив. При общении с ним люди думали, что он со мной общается таким образом. Наверное, он любит меня больше всех. Субханаллах. Посланник Аллаха саллиллах сказал: а не поведать ли мне вам о том, кому будет запретным адский огонь? Куллю карибин гейин лейин сахаль. Этот человек близкий, снисходительный, легкий и мягкий. То есть этот человек близок к людям. Он мягок к ним. Он легок в общении. И этому будет запретен огонь. То есть это одно из качеств людей, которые, иншаллах, попадут в рай. Брат мой, сестра, будь проще. Будь мягче. Пусть люди в общении с тобой чувствуют, альхамдулиллах, спокойствие. Ведь люди некоторые, когда с некоторыми, с такими людьми общаются, они, не знаю, они потеют, стесняются, субханаллах. Будь простым, будь мягким, будь легким, и для тебя будет запретен адский огонь.